Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство HotWave Note 12. И сейчас я покажу вам, как открыть настройки разработчикам. Итак, для этого мы открываем приложение настройки. После чего проходим в раздел о телефоне. И здесь мы проходим вниз и видим номер сборки. Теперь мы нажимаем на него несколько раз, далее вводим пароль от экрана блокировки и возвращаемся обратно в настройки, выбираем раздел «Система». Здесь у нас появляется раздел для разработчиков. Можем перейти в него, ознакомиться с настройками. А если вы захотите отключить данный раздел, убираете галочку вот отсюда. Возвращаемся, он исчезает из настроек. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.